Доброго дня. Так не могу закрепить тему. Улетает. Ну ладно. Всем огромный привет. Я рада, что вы присоединяетесь. По традиции, по итогам прошедшего месяца мы с клиентами, с партнерами собираемся в прямом эфире, чтобы проводить розыгрыш. О, как раз все прикрепилось. В начале февраля, 5 числа, я объявляла розыгрыш, где будет три победителя, так как три приза у нас будет. Самый главный приз – это розовый куб для здоровья волос и для здоровья ногтей. Это витаминно-минеральный комплекс, который включает все важные микронутриенты, необходимые для поддержания состояния волос и ногтей изнутри. То есть в виде капсул, который включает полезные макро-микроэлементы. Это у нас главный приз. И второй, третий приз – это денежные призы будут. Второе место – это 500 рублей на бонусный счет клиента. И третье место – это 300 рублей на бонусный счет клиента. И сейчас будем определять с помощью генератора случайных чисел, кто же получит эти подарки в февральском розыгрыше. Я подробно останавливаться на продукте розовый куб не буду, потому что у меня несколько видео с этим продуктом, где я подробно рассказываю про продукт, также делюсь отзывами, просто скажу, что это супер замечательный продукт, особенно этот продукт пользовался спросом после перенесенного ковид, так как у многих людей наблюдалось такое явление волосопад, то есть очень сильно лезли волосы, выпадали, и именно благодаря нормализации состояния микрофлоры кишечника и благодаря вот этому витаминно-минеральному комплексу многие девушки, женщины могли помочь своему организму справиться с этой задачей и привести в порядок здоровье волос. Так вот, и именно в честь 8 марта, в начале февраля, когда я придумывала, какие же подарки в этот раз сделать для своих любимых клиентов и партнеров в качестве розыгрыша, я специально выбрала розовый куб, потому что, чтобы тот, кто выиграет этот подарок сейчас, да, получил для, ну, такой маленький мини-подарочек на Международный женский день. Потому что у нас в основном среди участников преобладают, конечно же, женщины, девушки. Мужчины тоже есть, но их очень мало. Поэтому будем надеяться, что этот подарочек порадует девушку и в честь вот этого праздника. Итак, я сейчас переключу экран, я уже тут все подготовила. Покажу список участников, кто принимает участие. Сразу подготовила генератор случайных чисел и будем начинать определять победителей. Сразу скажу еще, это уже обращение к моим подписчикам, кто еще никогда не принимал участие в розыгрыше, но периодически наблюдаете за мной. Вы видите, да, что в течение месяца мы проводим несколько розыгрышей. И самое важное, что каждый месяц проводим розыгрыши. И у кого есть желание, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, потому что здесь я не всегда рассказываю про розыгрыши, как принимать участие, как побеждать. Все это, вся эта информация, этой информацией я делюсь в телеграм-канале. Вы можете нажать, чтобы присоединиться к телеграм-каналу, нажимайте на ссылку в моем профиле, там будет кнопочка «Телеграм-канал» и присоединяйтесь к телеграм-каналу. Если вдруг не разберетесь, пишите мне в директ, и я вам помогу присоединиться к каналу. Потому что именно на этом канале я делаю подробные обзоры абсолютно на все продукты, отвечаю на вопросы и помогаю своим клиентам составлять программу. То есть как принимать тот или иной продукт при том или ином диагнозе или при той или иной причине. Вот какую причину человек, какую задачу человек хочет решить. Поэтому добро пожаловать в мой телеграм-канал. Если вдруг телеграма нету, то такая же группа у меня есть в WhatsApp. Вот по поводу WhatsApp, ссылку я не прикрепила, поэтому пишите мне в директ или сразу в личку WhatsApp, хочу в чат, я вас добавлю к этому чату, если вы пользуетесь мессенджером WhatsApp. Ну что ж, сейчас будем приступать к определению победителей с помощью генератора случайных чисел. Я переключу свой экран, чтобы вы видели, как мы будем узнавать победителей. Так. Вот так сделаю. Вот тут я уже все подготовила.
Это как раз наш телеграм-канал. Там я уже написала. У нас в этот раз раздали 123 номерка. Открою сейчас генератор случайных чисел. Будет три победителя, вот как я уже сказала. Главный приз – это розовый куб для здоровья волос и ногтей. Далее сертификат 500 рублей. Это я буду переводить 500 рублей на бонусный счет клиента или партнера, кто победит. И третье место – это 300 рублей. Вот 123 номерка, то есть от диапазона от 1 до 123. 123 же было, да? Сейчас точно посмотрим. Да, 123 номерка, и у нас будет 3 победителя. Значит, у нас будет 3 случайных чисел. Первое число, которое вот здесь будет стоять, получит розовый куб в подарок. Второе число, которое вот здесь будет стоять, 500 рублей. И третье число, это третий победитель, получит 300 рублей на бонусный счет. Когда я нажму на вот эту кнопочку «Сгенерировать», выпадут три случайных чисел. Вот так. На раз, два, три. Один, два, три. Сгенерировать. 29. Номер. Человек, у кого чей номерок 29, у нас получит розовый куб. Участник, у кого номерок 13, получит 500 рублей. И участник, у кого номерок 36, получит 300 рублей. Итак, давайте посмотрим, кто же у нас победители. 29. 29 – это у нас у Искибаева Эдисона. Здорово. Так, почему так мутно? А вот все. 29, смотрите, номерок у Искибаева Эдисона. Как я хотела, чтобы розовый куб все-таки получила девушка, но нет. Розовый куб достается мужчине. Ну здорово, супругу свою порадует Эдисон Петрович. Поздравляю с победой. Пожалуйста, отпишитесь мне в личку. Мы с вами обсудим способ доставки. Далее у нас 13, номерок 13. Это у нас... Снова Искибаев Эдисон. Вы все знаете, в такой ситуации, когда два номерка попадают одному и тому же человеку, я делаю повторный розыгрыш. Еще раз определяем, чтобы было все честно. Один розыгрыш, три приза, три победителя. Поэтому первое место у нас занимает Искибаев Эдисон, получает розовый куб. Далее приз 500 рублей мы повторно разыграем. Третье место, 36. Сейчас посмотрим, кто получает 300 рублей. За Курнаева Евгения. Евгения, это у нас Евгения из Казахстана. То есть я 300 рублей перевожу на казахский тенге и начисляю на бонусный счет Евгении. Супер, Евгения, поздравляю. Здорово, я очень-очень рада. Итак, теперь возвращаемся снова. Запомнили, да? 29, 13, 36. Мы разыгрываем повторно 500 рублей, чтобы было 3 победителя. А так как 29 и 13 принадлежат Искибаеву Эдисону, мы снова будем разыгрывать сертификат на 500 рублей, чтобы было 3 победителя, чтобы было все честно. Теперь, сейчас я увеличу. Здесь мы выбираем одно случайное число. И определим победителя, кто получит 500 рублей. Сгенерировать. 23. Возвращаемся к списку. Так, где у меня список? 23. И смотрим, чей же этот номерок 23. Зайцева Ольга. Ольга, она у нас из Новороссийска. Супер, здорово. Я очень-очень рада. Ольга получает 500 рублей. Сейчас я переключу экран. И поздравлю победителей Эдисона, Ольгу и Евгению. Я очень рада, что определили победителей, и призы улетают в разные уголки нашей страны. Искибаев Эдисон — это у нас Башкортостан, Ольга — это у нас Краснодарский край, и Евгения из Казахстана. Поздравляю всех трех победителей. Пожалуйста, отпишитесь мне в личку, мы с вами обсудим, как я буду доставлять
подарки. Но деньги я вам перечислю на бонусный счет и сразу уведомление вам отправлю. Всех других остальных участников прошу, не переживайте, не надо расстраиваться. Вы прекрасно знаете, что у нас каждый месяц проходят такие розыгрыши, и удача все равно когда-то улыбнется и вам. И всех остальных подписчиков, кто сейчас в эфире, приглашаю принимать участие в розыгрыше. Это очень интересно. И вдвойне интереснее, когда вы побеждаете и получаете подарки. Ну что ж, не буду вас задерживать. Спасибо, что посмотрели наш розыгрыш во время эфира. Присоединяйтесь, участвуйте, побеждайте. Всем пока-пока.